спортсмены были очень звездные. В каждой категории был очень звездный, серьезный состав. Изначально турнир был заявлен как профессиональный. За столом поединок между Сергеем Никитченко и Димой Коком. И Дмитрий Кок одерживает поединок Димы Кока и Евгения Еремина. Друзья, активнее, болеем, болеем за участников. Посмотрите, сколько силы и огня. Очень упорная борьба за захват. О, вот это да. И Дмитрий Кок в упорной борьбе одерживает победу. Активнее поддерживаем спортсменов. Упорнейшая борьба в крюк. И победу одерживает Дмитрий Кок.